Здравствуйте, с вами снова Хитсад ТВ. Для хозяев частных домов или дач надежным помощником в зимнее время станет ручной инвентарь, из которого самым востребованным элементом является снегоуборочная лопата. Советуем об этом инвентаре подумать заранее. Чтобы победить в борьбе со снежными сугробами, необходимо грамотно подобрать инструмент. Какие же критерии учитывать и как выбрать снегоуборочную лопату среди огромного количества предложений? Прежде всего, необходимо обратить внимание на форму рабочей части. Она должна быть вместительной, иметь удобный уровень наклона, должна легко собирать и сбрасывать снег. Лучше всего для этого подойдут лопаты с загнутыми бортиками для захвата большего объема снега. Размер ковша следует выбирать оптимальный, чтобы порция снега была подъемной. Немаловажное значение имеет материал ковша. Бывают металлические, деревянные, но самой большой популярностью пользуются пластиковые ковши. Они обладают легким весом и наиболее прочны. Черенки для лопат обычно изготавливаются из дерева, но в последнее время используют алюминий. Ковши являются съемной частью и могут продаваться отдельно от черенка. Это очень удобно и практично. У каждого хозяина загородного дома в наличии обязательно должен быть снегоуборочный инвентарь. Имеет смысл подумать о штыковой лопате на случай колки ледяной корки. Или миниатюрный вариант штыковой лопаты с более короткой ручкой, которая пригодится каждому автомобилисту на случай гололеда или снегопада. Удачных и полезных вам покупок! Следите за нашими новостями!